Ребят, всем привет! На связи опять Макс, влог про Бали, часть касающаяся серфинга. Как заниматься, какие цены и все-все-все в этом небольшом видео. Смотрите, если вы будете заниматься с русскими инструкторами, то это будет стоить порядка 35-50 долларов, в зависимости от того, сколько по времени, кто инструктор, какая школа. Конкретной школы не буду вам говорить, дабы не пиарить. Мне одна понравилась, поэтому, если кому интересно, мне напишите кто-то, остальные полайкайте его комменты, я вам скажу. Но в целом, в среднем цена 40-50 долларов. На заднем фоне можно увидеть, катается кто-то. Сегодня погода такая немного штормовая, вчера вообще были запрещены катания, но мы видели, ребята катались очень жестко. Потом, если вы уже катаетесь, взять в аренду доску, будет стоить порядка 50 тысяч рупий, порядка 5 долларов в час, либо 15 долларов на весь день. Если вы будете брать местного инструктора, что также вам советую, если вы знаете английский, если вы понимаете, что человек шарит в плане английского, знает, когда вам надо разгребать и прочее, то тогда можете местного нанять, в 2 раза дешевле, он будет стоить вам 15-20 баксов с доской. Это касается длинных досок, ну, на маленькие, думаю, в принципе, та же цена. На маленькие удобно крепление цеплять на пластиковые доски, чтобы снимать себя. Ну, на обычные доски также можно зацепить свое крепление. Но желательно еще страховку для крепления, плюс поплавок, в случае чего, если сорвет, чтобы был поплавок. Вот здесь он. Там люди катают. Это Эхо Бич, не очень красивый. Но люди катают и очень-очень. Вчера на Улувату были даже трубы. И очень круто. К сожалению, там не снял этот видосик. Потому что он явно набрал бы миллионы просмотров. Вон-вон-вон катают люди. Поэтому какие вопросы будут, спрашивайте, но также не забывайте, что можно торговаться, спрашивать все и делать цену более комфортной для себя. Но если вы хотите заниматься индивидуально, допустим, с русскими, то это будет дороже, порядка 80-100 долларов за час. А так занятия 2 часа в воде плюс час примерно теория. И потом еще разбор может быть по фото, это вообще в идеале. Все, ребята, всем спасибо за просмотр. Вы знаете, что делать. Палец вверх, лайки. И тогда будет вам больше интересного, полезного контента. Все, спасибо, пока. Я пошел серфить.